Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос эксперту» в студии Гульфия Каюмова. Гульфия Каюмова, начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан. Куда и как можно подать заявление на льготу по имущественным налогам? С 1 января 2018 года действует новая форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному земельному налогу, налогу на имущество физических лиц. В новом заявлении у налогоплательщика есть выбор – представить документы, подтверждающие право на льготу, или только сообщить реквизиты таких документов. В последнем случае налоговая инспекция сама направит запрос туда, где выдавали указанные налогоплательщикам документы основания, а затем проинформирует заявителя о результатах рассмотрения заявления по выбранному налогоплательщиком способу. Через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, в налоговом органе, в МФЦ, через который подано заявление, либо по почте. Это касается тех граждан, у которых право на налоговую льготу возникло впервые. Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным налогам можно в любой налоговый орган, а также через личный кабинет налогоплательщика. Информация о праве на льготу по имущественным налогам в конкретном муниципальном образовании размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».